Добрый день. Сегодня мы будем говорить о лирике великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Первое, что, пожалуй, следует сказать, это то, что Тютчев не считал себя профессиональным поэтом. Он часто забывал тексты стихов в книгах, иногда их находили даже после его кончины. И очень часто Тютчев не заботился о том, чтобы его тексты были опубликованы. У него, собственно говоря, и не было карьеры поэта. Тютчев очень рано, молодым, в 1822 году покинул Россию и жил преимущественно в Германии, потом недолго в Италии, служил дипломатом, и все это время он очень мало в быту говорил по-русски. Он не просто не был профессиональным поэтом, а профессиональный поэт – это тот, кто печатается в журналах, тот, кто издает книги, а даже и русский язык он использовал, как мы уже сказали, довольно редко. Тютчев был дипломатом, и с дипломатической карьерой связан очень значительный отрезок его жизни. Карьерные достижения Федора Ивановича Тютчева как дипломата не были слишком впечатляющими. В 1941 году он даже был отправлен в отставку и изгнан из ведомства иностранных дел за нерадение по службе. Его главные достижения состояли в другом. Человек, способный общаться с интеллектуальными центрами по всей Европе, человек, принятый на равных и в Англии, и в Германии, и во Франции главными мыслителями того времени, политическими мыслителями, я имею в виду, Тютчев был одним из самых влиятельных политических публицистов. Уже позже, в воспоминаниях людей, работавших в то время в военных и внешнеполитических ведомствах в Британии, Германии, Франции, многие ссылались на его статьи, публиковавшиеся в европейской прессе, говоря: «Здесь мы впервые почувствовали ток мировой истории, здесь мы впервые увидели очертания будущих европейских войн». Не кадровый дипломат, но один из главных европейских исторических и политических мыслителей. Вот кем был незаметный Федор Иванович Тютчев. Как мы уже сказали, карьера Тютчева поэта прерывиста. Еще до отъезда за границу он начинал печататься, он печатался в журналах, альманахах, однако чаще всего он подписывался инициалами. Его фамилия сокращалась. Это были инициалы ФТ или ФТВ, то есть Федор Тютчев. Очень мало людей знали, что ФТ, печатающийся в журналах, и настоящий реальный живой юноша – это одно и то же лицо. Именно поэтому обычно мы думаем, что Тютчев – это поэт следующего поколения, после пушкинского. Нам часто может показаться, если мы не знаем фактов, что Тютчев младше Пушкина на 10, 15, а то и 20 лет. На самом деле Тютчев родился в 1803 году. То есть он всего 4 годами моложе Пушкина. И в 22-м году мы видим, что эта недолгая карьера поэта оборвалась. И очень надолго Тютчев попросту исчез из поля зрения русских читателей. Однако в 1836 году случилось событие, которое во многом предопределило судьбы русской поэзии. В это время, как мы уже на других уроках говорили, Пушкин основал свой журнал «Современник». Большинство современников не считали Тютчева и Фета величайшими фигурами русского литературного процесса и живыми классиками. Им отводили место во втором ряду. Но на этом фоне были яркие исключения. Так Пушкин в последний год своей жизни получил стихи неведомого никому поэта Ф.И.Т. из Германии, где Тютчев тогда проходил дипломатическую службу, и поместил 16 стихотворений в «Современнике». Причем совершенно очевидно, что тютчевская стилистика Пушкину не близка, но он услышал силу и мощь будущего слова и тем самым предопределил тютчевскую судьбу. Публикация в «Современнике» удивительна. Здесь Тютчев сразу предстает как гениальный выдающийся поэт. У Тютчева очень мало ученических, слабых, ранних стихов. Это сразу гениальный поэт. Но и в 1936 году, увидев эти стихи в «Современнике», очень немногие читатели поняли, что они принадлежат реальному, живому русскому дипломату, который в настоящее время живет за границей. Подлинная карьера Тютчева поэта началась в 1950 году. За несколько лет до этого Тютчев возвращается в Россию, он служит,
Он занимает ряд высоких должностей, он был чиновником по особым поручениям при государе, он служил в ведомстве иностранной цензуры. И вот в 50-м году в журнале «Современник», все в том же журнале, в котором после смерти Пушкина уже другие редакторы, им руководит Некрасов, там печатается Белинский вплоть до своей смерти в 48-м году. Так вот, в 50-м году в журнале «Современник» появляется статья Николая Некрасова, известного поэта, под знаменательным названием «Русские второстепенные поэты». В этой статье Некрасов говорит, что есть и первостепенные поэты, значение которых недооценено, и называет Тютчева. Вот только в 50-м году у читателя все сходится. Третий год рождения, 50-й год выхода статьи Некрасова. Только в этом году биография Тютчева поэта выстраивается в единую линию. И еще через несколько лет, в 54-м году, выходит сборник стихов. И только тогда, уже в таком зрелом возрасте, Тютчев начинает восприниматься как поэт. Надо сказать, что его, ну, как бы непрофессиональное отношение к поэзии сохранилось и тогда, когда Тютчев уже жил на родине. Он был известен совсем другими достижениями. Это был политический мыслитель и публицист, причем глубочайший. И тексты, статьи, которые Тютчев оставил о современной ситуации, церковной, политической, общественной, это неотъемлемое достояние русской культуры. Как известно, Тютчев был не только поэтом, но и дипломатом. Он долго жил в России, в Германии, Италии, Швейцарии. По своему воспитанию он был утонченным европейцем. Но этот европеец бесконечно любил Россию и противопоставлял ее революционному Западу. По мнению Тютчева, миссия России заключалась в том, чтобы нести свет православного Востока во все урочище и земные пределы. Предназначение это России Тютчев видел в том, чтобы достигнуть всеславянского единства, чтобы оказывать помощь единоверцам. Таким образом, Тютчева мы не можем считать безоговорочно ни славянофилом, ни западником. Если возвращаться к стихам Тютчева, то следует сказать, что весь небольшой объем стихотворений Тютчева, он написал немного стихов, сравнительно немного, можно разделить на три неравные доли. Ну, во-первых, скажем о политических стихах Тютчева. Эти стихи не часто упоминают, их не очень часто читают вслух. Ну, скажем, «Москва» и «Град Петров» и «Константинов град» – вот царство русского заветной столицы. Это удивительный случай, когда политическая позиция зарифмована, и Тютчев и здесь достигает огромных высот. Сейчас об этом специально мы говорить не будем и обратимся все-таки к двум другим корпусам, к двум другим группам стихотворений Тютчева. Первая группа – это так называемые философские, метафизические стихи. Они, пожалуй, наиболее известны, и их можно всегда очень легко отличить, потому что речь здесь очень часто идет о проблемах общих, о проблемах общих человеческих. Здесь человек оказывается наедине с природой. Здесь как будто бы нет очень многого из того, что обычно присуще лирике. Нет отдельного частного человека, который просто, ну, например, смотрит в небо и говорит: «Редеет облаков летучая гряда». Все это есть в третьем корпусе стихов Тютчева, в третьей группе стихов Тютчева. Эта группа стихотворений получила название «Денисевского цикла» по фамилии гражданской жены Тютчева, матери трех его детей, Елены Александровны Денисевой. «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепости страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей». Тютчев не выделял стихи, написанные Еленой Денисевой, в отдельный какой-то цикл. Его любовная лирика всегда трагична. И если в стихах, посвященных Денисевой, почти всегда присутствует толпа, носитель враждебного начала, то трагедия любви у Тютчева связана не с толпой. Будь это поединок или роковая встреча, но это всегда предчувствие разлуки,
смерти, трагедии. Убийственно губим, опалили, выжгли, роковой. Вот словарь любовной лирики Тютчева. Денисовский цикл Тютчева оказал на русскую поэзию огромное влияние. В частности, Анна Ахматова отмечала большую роль для своей лирики Денисовского цикла. Это такой лирический дневник. Эти стихотворения отличаются от философских и метафизических тем, что здесь очень часто речь идет о конкретных людях, о конкретном человеке. Ну, например, она сидела на полу и груду писем разбирала. Или весь день она лежала в забытьи, и всю ее уж тени покрывали. Это Денисовский цикл. Он опознается буквально по нескольким строчкам. Теперь мы перейдем, пожалуй, к самому главному и самому сложному корпусу стихотворений Тютчева. Он неразрывно связан с метафизикой, с философией. И это неспроста, потому что Тютчев, как мы уже говорили, долгие годы прожил в Германии, а Германия в XIX веке дала миру целую плеяду замечательных философов Канта, Шеллинга, Фихте, Гегеля, Шопенгауэра и других. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Вот эта философская глубина Тютчева – это просто поразительный случай, когда поэт, русский поэт, живший тогда в Германии, он проложил путь великим немецким философам. В частности, он оказал большое покровительство молодому начинающему Шеллингу, философу. И философия Тютчева, выраженная в его образах, она квинтэссенция немецкой классической философии, и в то же время это русская философия. Вот это поразительный случай в истории культуры и в истории литературы. Мы подходим к самому трудному, к тому, чтобы избавиться от обычных штампов, которые применяются к поэзии Тютчева. Ну, например, часто говорят, что Тютчев – это певец русской природы, певец пейзажа, русского пейзажа и так далее, и так далее. На самом деле я рискну высказать парадоксальную мысль. Конкретные картины природы и вообще конкретные пластические осязаемые картины в поэзии Тютчева очень редки. Ну, возьмем, например, стихотворение «Безумие». Не самое известное, но очень показательное. «Там, где землею обгорелой слился, как дым, небесный свод», там в беззаботности веселой безумье жалкое живет. Что это за картина? Это где? Это в пустыне? Это в Африке или в России? И что это за безумие? Это какое-то существо? Это олицетворение какого-то символа? Очень трудно сказать. Чем дальше мы читаем, тем больше понимаем, что никакой картинки, как говорят тележурналисты, перед нами не возникает. Под раскаленными лучами, зарывшись в пламенных песках, оно стеклянными очами чего-то ищет в облаках. Позвольте, зарывшись в песках, это нечто ищет что-то в облаках из-под песка. Получается так, да? Дальше больше. То вспрянет вдруг и чутким ухом прильнет к растреснутой земле, чему-то внемлет жадным слухом с довольством тайным на челе. Но оказывается, у этого существа есть ухо, и оно, находясь под песком и глядя в облака, еще и прильнуло ухом какой-то растреснутой земле, а это же песок. Единая картина не складывается, и это совершенно неспроста. В чем разгадка, в чем ответ? Давайте приведем две цитаты. Одна цитата принадлежит Афанасию Фету, другому великому русскому поэту, который высоко ценил Тютчева. Он пишет так. «Не потому Тютчев, могучий поэт, что играет отвлеченностями, как другой играет образами, а потому, что он в своем предмете также уловляет сторону красоты, как другой уловляет ее в предметах наглядных». Непростая мысль. Что у Тютчева за предмет? Его предмет – мысль. Не сама вещь, а мысль о ней. Именно в мысли, в представлении о предмете, а не в реальности, Тютчев уловляет, как пишет Фет, свою красоту. Иван Сергеевич Аксаков, известный русский славянофил, биограф Тютчева, женатый на одной из его дочерей, написал замечательную фразу. У него, то есть у Тютчева, не то что мыслящая поэзия, а поэтическая мысль.
Это очень важно. Тютчев, который десятилетиями не говорил по-русски, он иначе относился к русскому языку. Он практически думал стихами. Вот в этом все дело. Мысль ведь не имеет картинки. Если мы говорим, скажем, про себя слово «стол», то какой это стол? Письменный, бильярдный, обеденный? Мы не можем этого сказать. Мысль не картинна. Тютчев говорит о мысли, и на самом деле это очень сложная и важная вещь. Мы уже сказали, что ключевая ситуация в поэзии Тютчева – это встреча человека и природы. Причем дело обстоит так, что природа обладает многими свойствами человека, его характера и даже его тела. Дело доходит до парадоксов. Вот возьмем, например, стихотворение Тютчева «Летний вечер». «Уж солнце раскаленный шар своей головы земля скатила, и мирный вечера пожар волна морская поглотила». Представьте себе эту картинку. Вечер наступающий описан таким образом, что земля скатывает горячий шар солнца по своей спине. Это удивительная картина, которую очень трудно изобразить наглядно. И дальше: «Уж звезды светлые взошли, и тяготеющий над нами небесный свод приподняли своими влажными главами. Ночь наступает потому, что темный полог неба подымается ввысь головами звезд». Это удивительная вещь. Это поэзия о мысли. Тютчев очень сложен. Его никак нельзя сводить к обыденным представлениям о том, что здесь присутствуют просто какие-то картины природы. Стихотворение Тютчева очень часто начинается со слова «есть». Например, «певучесть есть в морских волнах» или «есть в светлости осенних вечеров». Это удивительное свойство поэта. Он констатирует то, что уже существует. Это как бы особое поэтическое время. Ну, например, можно сказать: «Я говорю по-русски», то есть я в данный момент говорю по-русски, но по-английски это был бы present continuous. I am speaking Russian. А если я просто говорю «я говорю по-русски», «я умею говорить по-русски», это совсем другое. Тютчев старается уловить в бытии то, что ему свойственно всегда, и рассказать об этом очень сложным языком. Давайте всмотримся в одно из таких хрестоматийных стихотворений Тютчева «Осенний вечер». Первая строка: «Есть в светлости осенних вечеров умильная таинственная прелесть». Ну, давайте возьмем слово «светлость». Есть ли оно в словарях? Я думаю, нет. А если есть, то только как форма обращения – «ваша светлость». Мы понимаем значение слова «светлость» или «светлота», можно было сказать и так. Но это мысль, это обобщение того свойства, которое в вечерах присутствует. Это вовсе не картина природы, а рассуждение о том, что значит светлый тон русских вечеров для моей мысли. Вот вам финал этого стихотворения. «Ущерб, изнеможение, и на всем та кроткая улыбка увядания, что в существе разумном мы зовем божественной стыдливостью страдания». Давайте пойдем снизу вверх, с конца. Божественная стыдливость страдания – это обычное, состоящее из трех слов, сложнейшее тютчевское понятие. Что такое страдание, нам понятно. Мы можем найти это слово в словарях. Что такое стыдливость страдания, сказать уже трудно, но все-таки можно. Стыдливость страдания. Божественное стыдливость страдания – это очень сложное понятие, над которым надо специально думать, за ним не стоит никакой картинки. Дальше. Что такое кроткая улыбка увядания? Увядание – вещь понятная. Увядание человека или увядание дерева – все это ясно. Что такое улыбка увядания? Вещь более осложненная, но, тем не менее, все равно объяснимая. Что такое кроткая улыбка увядания? Это уже опять очень сложное тройное понятие. Кроткая улыбка увядания. Так вот, оказывается, что то, что в разумном существе мы зовем божественной стыдливостью страдания, это является кроткой улыбкой увядания природы, и все это встроено в светлость осенних вечеров. Вот про что это стихотворение. И именно с этой точки мы переходим к следующему этапу рассуждений у лирики Тютчева. Окончается это стихотворение еще более загадочно. Последняя строфа такая: «И сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал природы, как бы горячих ног ея коснулись ключевые воды». Но можно все-таки представить себе, что у природы есть жилы, но у Тютчева у природы есть даже ноги.
в этом все дело. Это удивительное свойство поэзии Тютчева. Природа полностью тождественна человеку. Она живет, она думает, она ходит, она движется так же, как и человек. Даже из тех фрагментов лирики Тютчева, которые мы процитировали, уже видно, что Тютчев очень часто употребляет грамматические формы слов, ударения, не очень нам привычные и понятные. Но дело в том, что Тютчев архаичен не только для нашего времени, но и с точки зрения XIX века тоже. Как мы уже говорили, Тютчев написал сравнительно немного стихотворений, и его лирика, как правило, издается в одном томе. Этот том не очень велик по объему, но в этом есть глубокий смысл. Как мы сказали, Тютчев мыслит стихами, поэтому один и тот же образ, одно и то же понятие проходит через разные стихотворения. И разгадка лирики Тютчева состоит в том, что мы не можем понять смысл того или иного слова, исходя из одного только стихотворения. Нужно прочесть другое, третье, где это слово встречается. И мы только тогда увидим, как энергия значения нарастает, нарастает и приходит к некоему завершению. Приведем пример. Ну, скажем, слово «ночь» и понятие «ночь» очень часто встречается в стихах Тютчева. Причем это не время суток, это не картинка. Ну, например, есть некий час в ночи всемирного молчания. Что такое ночь всемирного молчания? Это очень сложное тройственное понятие. Ну, на всем земном шаре не может быть сразу ночь, ведь где-то и день. Ночь всемирного молчания – это нереальная ночь, в которую я могу сидеть на берегу реки. Возьмем, например, стихотворение «День и ночь». Кстати, здесь в первой же строке встречается необычная архаическая грамматическая форма слова «духи». Родительный падеж множественного числа духов. Это не духи, а именно духи. Стихотворение Тютчева «День и ночь» начинается так. «На мир таинственный духов, над этой бездной безымянной, покров накинут златотканой высокой волею богов. День сей блистательный покров, день земнородных оживленья, души болящей исцеленья, друг человеков и богов, но меркнет день». Настала ночь, пришла, и с мира рокового ткань благодатную покрова сорвав, отбрасывает прочь, и бездна нам обнажена своими страхами и мглами, и нет преград меж ей и нами, вот отчего нам ночь страшна. Здесь ясное противопоставление дня и ночи. День – это прибежище человека, это нечто ему близкое, ночь – это страшный хаос. Возьмем другое стихотворение, где есть тот же образ ночи. Мы получим новый оттенок этого понятия. О чем ты воешь, ветер ночной? О чем так сетуешь безумно? Что значит странный голос твой, то глухо жалобный, то шумно? Здесь все, как и в предыдущем стихотворении. Ночь и ветер ночной – это есть нечто непонятное, таинственное, странное. Но послушаем дальше. Понятным сердцу языком твердишь о непонятной муке и роешь, и взрываешь в нем порой неистовые звуки, понятным языком. Почему? Ночь нам не абсолютно чужда. Читаем дальше. «О страшных песен сих не пой, про древний хаос, про родимый, как жадно мир души ночной внимает повести любимой. Из смертной рвется он груди, он с беспредельным жаждет слиться. О бурь заснувших не буди, под ними хаос шевелится». Оказывается, хаос – это нечто родное, говорящее нам на понятном языке. Следовательно, день и ночь – это не только внешнее состояние природы, но это и части человеческой души. И внутри каждого из нас есть темная сторона. Мы сами себя не знаем. День и ночь – это не такое простое противопоставление, как нам показалось в первом стихотворении. Ночь – это не только чуждый хаос, но ночь – это родной хаос, понятный хаос. И так у Тютчева буквально всюду. В одном из своих знаменательных стихотворений Афанасий Фет написал о Тютчеве вот что. «Вот наш патент на благородство, его вручает нам поэт». Действительно, стихи Тютчева – это патент на благородство русской культуры. Это непростые слова. Как мы видим, Тютчев не просто описывает природу, а Тютчев как бы разрабатывает язык, разрабатывает мышление на русском языке, разрабатывает представление о мире на языке русской культуры. Поэтому его значение абсолютно, пожалуй, только с Пушкиным можно
сравнить по значению стихи Тютчева, может быть, еще с Евгением Баратынским. И недаром же Иван Сергеевич Тургенев сказал буквально следующее. О Тютчеве не спорят. Кто его не чувствует, тот вообще не чувствует поэзии.